Вот такая модель у меня сегодня. Nexus X5 LG. Еще не сталкивался с ней. Менять будем дисплейный модуль, как вы уже догадались. Включаем. Снимаем крышку, снимаем, откручиваем винты, дисплей с тачскрином. Разъем у нас внизу, разъем дисплея и тачскрина. Пристегнут на дисплей, шлейф дисплея, и не знаю что как, потому что ни разу еще не разбивал. Раз разъем внутри, внизу точнее, давайте снимем вниз. Вверх по-любому придется разобрать, потому что батарейка пристегнута. Верхние части. Так, снимаем антенный модуль. Судя по всему, тут у нас динамик еще стоит. Такой специфический разъем новый. Таких еще не видел на других моделях. Разъем зарядки. Итак, сняли антенный модуль с нижним динамиком. Смотрим, что у нас здесь. Тот самый разъем. Да, снимать придется все. Давайте проверим. Подключим, проверим новый дисплейный модуль, который я принес со склада. Включаем аппарат. Дисплей в норме. Идет загрузка. Проверили, аккуратно отстегиваем. Продолжаем разбирать. Пока что винты все одинаковые, не думаю, что замена дисплейного модуля на данной модели будет какой-то особенной. Думаю, ничего нового я здесь не увижу. Но тем не менее, когда разбираешь новую модель, которую ты ни разу еще не разбирал, нужно быть предельно аккуратным, что опасные моменты есть на каждой модели.
смартфонов. Нужно быть аккуратным, не спешить, полагаться на опыт. Снимаем верхнюю часть. Отстегиваем батарею. Пока не будем извлекать. Камера передняя. Ставим ее в каркасе. Основная камера. Так, аккуратно соединяем, извлекаем системную плату. Так, смотрим, где она у нас. Вот клипса. Извлекаем системную плату. Так. Давайте уберем защитный скотч. Обратно. Залепим обратно. Аккуратно соединяем разъемы дисплейного модуля. Ну и все, в принципе, тут все понятно. Можно ставить на сепаратор, нагревать до 100 градусов, как я обычно делаю. Аккуратно соединяем дисплейный модуль после нагрева и, скорее всего, сажать будем на акриловый скотч, точнее на клей, я думаю, все-таки. Посмотрим по посадке. Итак, оставайтесь на связи. Итак, продолжаем. Снимаю сепаратора. Острым инструментом. Так, сразу смотрим, что надо снять. Защита нижнего и верхнего отверстия. Так, больше здесь у нас ничего нету. Такой вот клей, точнее силикон, наверное. Больше похоже на силикон. Держит дисплейный модуль. Вторая защита, они, судя по всему, одинаковые. Акриловый скотч, я думаю, здесь не пойдет, все-таки будем сажать на 7000. Так, смотрим, прокладка совсем незначительная, прокладка камеры. Тут даже не прокладка, это двусторонний скотч. Нужен ли он нам? Пока еще не знаю.
Ну, если получится, переставим. Если нет, то ничего страшного. Убираем кружку. Итак, осколков не осталось, крупных. Удаляем пыль. Скотч, оставшийся силикон, точнее. Обезжириваем щеткой изопропиловым спиртом. Все. Еще раз проверяем, поверхность готова. Перед нанесением клея, дабы ничего не осталось. Исходный модуль. Заклеены, как видите, с этой стороны тоже. Держится. Проклеиваем. Аккуратно. На самом деле очень ответственный момент, вот это посадка самого дисплея. Далее клей, вот видите, да, влазит немного. Сильно не опускаем до того момента, когда клей появится в щели, то есть чтобы вся поверхность была залита клеем. Ну и в то же время, чтобы он сильно не вылазил. Вот видите, как здесь у меня вылез. Все это сейчас лучше не трогать, потом когда подсохнет, где-то приблизительно через час, все это аккуратно можно срезать острым инструментом. Вот я снимаю таким вот скальпелем, аккуратно срезается. И все, еще раз проверяем заполнение щелей. Все нормально. Вот, все. Вставляю. Для просушки вставляю
на зажимы и оставляем где-то на час. Посадку, зазоры пальцем, чтобы ничего не вылазило, в то же время ничего не утопало сильно, то будет заметно. В середине зажимаем середину тоже. Все, друзья, для качественного склеивания оставляю на час, как я уже сказал, через час продолжим сборку смартфона. Так, друзья, доделываем свой этот смартфон. Час простоял на зажимах. Системную плату. Ставим прокладку, которая была на передней камере в виде двустороннего скотча. Настегиваем дисплейный модуль.
Включаем аппарат. Видно, да, где я повылазил клей. Все это аккуратно удаляем. В общем-то, достаточно аккуратно получилось. Nexus 5X.